Иван Федорович Сидоров родился 25 марта 1923 года в Сидоровке. После окончания школы и службы в Советской армии начал свою трудовую деятельность в НГДУ «Сергиевскнефть», где проработал до выхода на заслуженный отдых. Его общий трудовой стаж – 37 лет. Администрация поселения и района, а также службы занятости поздравили Ивана Федоровича сразу с несколькими праздниками, в частности, с Днем весны и труда, к которому сельчанин имеет самое прямое отношение. Не так давно мы отмечали прекрасный праздник мира и труда, к которому вы имеете самое непосредственное отношение. Сегодня мы отмечаем День Великой Победы, поэтому от нас всех примите искренние слова поздравления, пожелания вам и вашим близким, прежде всего, крепкого здоровья, благополучия, добра, ну и мирного неба над головой. С праздником вас! Спасибо! За многолетний и добросовестный труд Иван Федорович отмечен целым рядом производственных и правительственных наград, в числе которых орден «Знак почета» и орден «Трудовой славы». Орден «Трудовой славы» состоит из трех степеней. Иван Федорович награжден орденами всех степеней и является единственным в Сергиевском районе полным кавалером ордена. Валентина Поликарпова, Антон Иванов. Служба новостей телеканала «Радуга-3».